В ближайшее время Армению ждет война, заявил в интервью Грапарак политолог Теван Погосян. По его словам, Азербайджан хочет большего, и его желание не остановить. На вопрос Грапарак, что может изменить визит президента России Владимира Путина в Армению и какое влияние он может оказать на Армению в целом, Теван Погосян ответил. Состоится встреча государств, членов АДКБ. Все зависит от хода обсуждения. Может быть решено, что Армению надо защищать или наоборот. Последние действия весьма противоречивы. В августе Армении делаются предложения из России, но в сентябре Айкакан Жаманак пишет, что Россия относится к Армении так же, как к Украине. 8 ноября в Сочи проходит собрание. Что-то другое говорят, что-то совсем другое обсуждают в национальном собрании, отмечает политолог. Тем временем политолог Сергей Шакарянц заявляет в беседе с Грапарак, чтобы не обидеть русских, Пашинян не хочет говорить и не хочет винить во всем русских. По мнению Шакарянца, ждать от Запада каких-либо надежд не надо. Но и визит президента России Владимира Путина 22 ноября не является особо важным визитом, и ждать от него чего-то важного тоже не надо. Встреча лидеров государств-членов ОДКБ ожидаема, и Владимир Путин волей-неволей должен присутствовать. Армения является страной-председателем ОДКБ, и поэтому встреча состоится не в Москве, а в Ереване. Это не особо важная и решающая встреча. Ожидается рутинный протокольный визит, отметил политолог Сергей Шакарянц. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.